выступление творческих коллективов, фотовыставка и награждение жителей. В культурно-досуговом центре с большим размахом отметили сразу два праздника – День России и 146-ю годовщину со дня основания села Немчиновка. Сегодня, вот сейчас, буквально в 3 часа дня, состоится грандиозный гала-концерт, на который мы пригласили почетных гостей с администрации городского, Одинцовского городского округа и также наших активных, почетных жителей Немчиновки, которые внесли свой вклад в развитие нашего поселка. В этот праздник стало доброй традицией чествовать земляков за заслуги перед малой родиной. У Немчиновки богатая история, которую местные жители знают и чтут, отметила первый заместитель председателя Московской областной думы. Сегодня мы приготовили и поздравления, подарки, и хотим, чтобы у всех было хорошее настроение, а самое главное – здоровье. Поэтому всех благодарим, всех с праздником и пожелаем всего самого доброго. Почетным гостем праздника вот уже много лет становится потомок основателей Немчиновки Алексей Немчинов. Он занимается изучением села более 3 десятилетий. Это по-настоящему родное место, рассказывает Алексей Владимирович. Именно поэтому он всегда старается принимать активное участие в жизни села и общаться с местной молодежью. Мне во многом помогло то, что я в течение 30 лет работал в Организации Объединенных Наций. Поэтому у меня в руках были архивы многих стран. И в этих архивах я находил очень интересные сведения. В результате я создал свою родословную до 1596 года. То есть 400 лет я открыл последовательно всех людей. В этот день жители всех возрастов пришли на празднование. С теплом говорили о том, насколько значима для них история и культурное наследие Немчиновки. Я живу в этом городе с детства, я здесь родилась. 7 лет хожу здесь учиться в культурно-досуговом центре танцам, вокалу, рисованию. Все здесь. Люблю этот город, всегда здесь и училась, и жила, и уезжать никуда не хочу. В атмосфере патриотизма и любви к родному краю прошел этот день. Немчиновка всегда славилась талантливыми людьми. Желаем ей дальнейшего процветания и развития. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».